Здравствуйте. Давайте сегодня мы посмотрим слово. Евангелие от Луки. 10 глава мы будем читать 25 стиха. Пожалуйста, откройте Евангелие от Луки, 10 глава с 25 стиха будем читать. Я буду читать. И вот один законник встал и искушая его, сказал, Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную? Он же сказал ему, в законе что написано? Как читаешь? Он сказал в ответ, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всей крепостью твоей, и всем разумением твоим и ближнего твоего, как самого себя». Иисус сказал ему, «Правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить». Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, «А кто мой ближний?» На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попал разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо». Также и Левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, жалился.

На другой день, отъезжая, вынул два динария, отдал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойником? Он сказал, оказавший ему милость, тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. Здравствуйте еще раз. Я благодарен, что мы можем общаться вместе с вами через библейский семинар. Я с детства ходил в церковь. Однако, когда я начал вести духовную жизнь, я начал читать Библию. Я один, прочитал, раз, 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 Я один раз прочитал, второй раз, третий раз, четвертый раз и дальше продолжал читать Библию. Порой когда мы читаем Библию, нам кажется, что одно с другим в Библии не соответствует. Например, в Библии написано: Нет править вод ни одного. Там написано «Нет праведного ни одного». Об этом написано в Послании к Римлянам в 3 главе 10 стихе. Но если вы посмотрите первую главу Послания к Римлянам, написано «В нем открывается правда Божия от веры в веру». как написано «праведный верою жив будет». В этом слове написано, что есть праведный. В послании к в третьей главе написано, что нет праведного ни одного. А вот если вы посмотрите книгу Якова, пятую главу, там написано «многое может усиленная молитва праведного». Также в псалмах часто встречается слово «праведный». Поэтому многие люди, читая Библию, размышляют. Они видят, что написано «нет праведного ни одного». Они говорят, ну да, где праведный? И может быть таких... И здесь написано, что нет праведного, нет ни одного. Тогда мы знаем только одну сторону Библии. Тогда будем говорить, что нет праведного ни одного. Сегодня есть очень большое разделение в христианстве по всему миру. Есть разные деноминации, но также в Корее, если мы рассмотрим, то даже в пресвященской церкви есть 200 направлений.

Каждый говорит, что он прав, поэтому в церкви происходит разделения, а христианство по всему миру становится все слабее и слабее. Конечно, я не знаю все в Библии. Но я стараюсь всегда смотреть не только одну часть Библии. От бытия до откровения я читал и читал еще раз, еще раз. Раз, когда я прочитал около 20 или 30 раз Библию, я мог приобрести общее представление о Библии. В автомобиле есть двигатель, который дает силу для движения. Но также в автомобиле есть не только двигатель, но также система торможения. Двигатель ⁇ это устройство, которое позволяет двигаться автомобилем. А система торможения ⁇ это устройство, которое наоборот останавливает автомобиль. Что делает машина? Двигает теперь позволяет двигаться. Тормоза наоборот, чтобы автомобиль остановился. Это значит, что для автомобиля есть время, когда нужно двигаться и наоборот, когда нужно остановиться. И нужно иногда ехать медленно, а иногда нужно ехать назад. С такими разными функциями и собирается автомобиль. Чтобы знать структуру автомобиля, ее нужно изучать. Также и в Библии нельзя, зная некоторые моменты в Библии, говорить, что ты знаешь всю Библию. Начиная от бытия, исход, левит и так далее, я очень внимательно читал до книги Откровения. Несколько раз перечитывал. И когда примерно 30 раз я прочитал Библию полностью, 성경 전체의 윤곽을 어느 정도 파악이 되었습니다. Да, послание к римлянам 3 главе написано, нет правильного, нет ни одного. Совершенно верно. Нет ни одного праведного. Мы все грешники. Мы родились во грехе. Но когда мы веруем в Иисуса, и когда мы получаем прощение грехов, мы становимся праведными. Да, изначально мы не были праведными. Среди нас не было ни одного праведного. Все мы были грешниками. Но когда кровь Иисуса Христа мы получаем прощение грехов, мы становимся праведными. Даже если написано, что нет правильно нет ни одного, это не значит, что мы должны оставаться грешниками. Поскольку нет праведного ни одного, Поэтому, когда мы через Иисуса Христа получаем прощение грехов, мы становимся праведными. Если у нас будет правильная духовная жизнь, да, мы потомки Адама, поэтому мы родились в семени греха. Но если мы через Иисуса Христа получим прошение всех наших грехов, тогда мы более не будем оставаться грешниками, мы станем праведными. Что значит «нет праведного, нет ни одного»? Это значит, что нет ни одного человека, который да бы не грешил. Это значит, все согрешили. Но через кровь Иисуса Христа, когда мы получаем прощение грехов, мы становимся праведными, мы становимся святыми, мы становимся омытыми. Однако, когда люди сосредотачивают свое внимание только на одном, появляются многие проблемы. Поэтому очень интересно в нашей духовной жизни. Допустим, к Ефесянам 2 главе что написано?

чтобы никто не хвалился. 성경에서, В одной и той же Библии, 전에, до того, как Бог дал закон, Он дал обещание народу. Я Я если вы исполните все мои заповеди, вы получите благословение. Если же нарушите, вы получите проклятие. Израильтяне сказали, что все они исполнят. И тогда Господь Бог дал им 10 заповедей. И в тот момент, когда пришел закон, из-за того, что израильский народ сделал себе золотого тельца, многие умерли. Мастер разбил, скрижали с законом об камень. Нет ни одного человека, который мог бы получить оправдание через исполнение закона. Бог сказал, что если вы исполните все мои слова, Тогда и вы получите благословение и дома, и вне дома. Ваши сосуды дома будут благословенны. Ваши скоты будут благословенными. Ваши гости будут благословенными. Все будут благословений. Когда мы читаем эту историю, мы начинаем думать, что нужно исполнять закон. Однако, а а если вы посмотрите послание к 2 главу 8, 8 стих, здесь написано, «Ибо благодатью вы спасены через и веру, и сиение от вас – Божий дар». Не отдел, чтобы никто не хвалился. Другими словами, духовная жизнь не строится на делах. Если мы делаем хорошо, то будет хорошо идти духовная жизнь Это не так Наша духовная жизнь никак не связана с нашими делами Тогда, может, вы спросите, что значит, мы стали это праведными? Это что, значит, можно грешить? Многие люди начинают путаться именно в этом вопросе Позвольте, я приведу пример. В Библии есть слово о законе. Бог сказал, что если вы исполните закон мой, тогда вы получите благословение. Другими словами, нужно делать и следовать за законом. Но также в Библии написано, что никакая плоть не оправдается перед Богом Делами. Если нет ни одной плоти, которая может оправдаться, исполняя закон перед Богом. Это что значит? Нам нужно исполнять закон или не нужно исполнять закон? Получается, что нам можно не исполнять закон. Или наоборот, надо исполнять закон. Исполнять закон это символизирует дела. А здесь написано в слове нет дел. Многие люди начинают путаться именно в этом вопросе. Именно поэтому, смотря только на одну часть Библии, например, есть церковь, которая называется Адвентисты седьмого дня. Они верят, что если будешь исполнять субботы, ты получишь благословение. Они говорят, что если ты будешь исполнять заповеди и исполнять субботу, ты получишь благословение. Однако, если вы внимательно прочитаете в Библии слово о субботе, то вы поймете, что Библия говорит не так, как мы представляем себе. Я сейчас не хочу привести вас к путанице. О чем же я хочу вам сказать? Это о том, что нельзя смотреть только на одну часть в Библии. Ни в коем случае я не говорю, что я делаю правильно. Но много раз, начиная от бытия до откровения, я перечитывал Библию. 읽은, 딱, 딱 когда вы много раз прочитаете Библию, тогда разные места из Писания создадут одну картину. 부속, 다르지만, Хотя, можно сказать, запчасти разные. Но когда 시, они соединяются, получается автомобиль. 그, 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 то же самое, разные места в Библии описывают, как исполняется воля Бога. Сегодня мы прочитали Слово. Здесь один законник пришел к Иисусу и сказал, что Он сказал? «Учитель, что мне нужно сделать, чтобы у нас жизнь вечную? Давайте я вам задам вопрос. Что нам нужно сделать для того, чтобы у нас есть жизнь вечную? Иисус сказал что написано в законе, как читаешь? Первый закон не будет у тебя других богов, кроме не меня. Не делай себе идолов. Не называй имя Господа напрасно. Помни день субботний. Почитай родителей. Не убивай. Не прелюбодействуй. Не укради. Не лжесвидетельствуй. Не желай. Все делай. Получишь благословений. Если мы прочитаем 19 главу книги Исход, науки говорят, что Бог дал закон, чтобы мы получили благословение. Действительно, сначала может показаться, что ты сможешь получить благословение. Но скажите, хотя бы один а человек совершенным образом исполнил закон? Не было ни одного такого человека. Исполняя закон, мы не можем стать праведными. Мы не можем, исполняя закон, получить благословение. Что нам говорит послание к кремлянам 3 глава? Давайте мы вместе прочитаем к кремлянам 3 глава. 20 стих. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо с законом познается грех. Давайте я вам задам вопрос. Это слово говорит о том, что законом может ли человек получить оправдание перед Богом или нет? Здесь написано, может или не может. Пожалуйста, покажите, так или так. Действительно, никакая плоть не может оправдаться законом перед Богом. Иисус спросил законника, в законе что написано? Потом посмотрите. Иисус спросил в законе, что написано. Нет. Так? Но он спросил, в законе что написано? Как читаешь? Другими словами, закон можно понимать по-другому. Нет ни одного человека, который бы совершенным образом исполнил бы закон и получил бы благословение. Если вы исполните закон совершенным образом, вы получите благословение. Если вы совершенным образом не нарушив ни одного закона, исполните закон, вы получите благословение. Однако до сих пор не было такого человека. Я прав, скажите. Не было ни одного такого человека. Тогда почему же Бог сказал исполнять закон? Почему же Бог сказал исполнять закон? господь бог планировал послать иисуса на землю даже если иисус возьмет наш грех и умрет на кресте Мы должны понять, что мы грешники. Мы отдаем, то мы Тогда мы придем к Иисусу и получим прощение грехов. Если мы не будем знать, что мы грешники, мы не можем получить прощение грехов. Поэтому цель, по которой Бог дал нам закон, заключается не в том, чтобы мы получали благословение исполняя закон. Конечно, если вы исполните все, вы получите благословение. Однако Господь Бог знал, что ни один из нас не может получить благословение исполняя закон. Если вы сосредоточите ваше внимание только на одно в Библии, тогда обязательно вы встретите проблемы. Например, я приведу пример. Исполнять субботу. Вы получите благословение. Поэтому есть адвентисты седьмого дня. Они учат, что нужно исполнять субботу. На самом деле это не так. Вы спросите, почему это? Спросите, почему? Ведь Бог сказал исполнять субботу. Бог сказал исполнять субботу. Почему нельзя исполнять субботу? Что здесь неправильного, вы спросите? Но в этом есть проблема. Так говорят, потому что смотрят только на одну часть Библии. Поскольку в законе написано, что нужно исполнять субботу, поэтому люди считают, что получат благословение, если будут исполнять субботу. Но если мы прочитаем Библию. Простите, пожалуйста. Я сейчас не веду вас к путанице. Наоборот, я хочу, чтобы у вас было ясное представление о слове. Позвольте, я объясню на эти вопросы. Давайте я вам задам вопрос. Сколько человек в мире могут исполнить закон совершенным образом? Сколько человек совершенным образом исполнили закон, скажите? Десять? Нет ни одного человека. Тогда почему же Бог сказал исполнять закон? Как-то не совпадает. Бог с самого начала знал, что мы не сможем исполнять закон. Послушайте внимательно. Господь Бог позвал Моисея на гору Синай и дал скрижали, где был написан закон. На двух скрижалях Бог написал 10 заповедей и дал Моисею. Их. Когда Моисей хотел спуститься с горы, Бог остановил Моисея и сказал, не надо спускаться. Почему? Бог на протяжении сорока дней внимательно показал скинию небесную Моисею. Вот смотри, это скинья. Это жертвенник, это стол для хлебопреломления. Это жертвенник воскурения. Это святилище. 아, 이 치. 같지 아, 그다 아, 이 그리고 하나님은 모세에게 말씀하셨죠. 그래 산에 내려가서 내가타 산에 서너게보그그 모양 그대로 성막을 만들어. 그는 그러니까 광야니까 영구 건물이야. 천막을 성막이라 그럽니다. 막을 만들어 Поскольку вы сейчас находитесь в пустыне, чтобы вам было удобно передвигаться, киню, которую ты увидел, сделай в виде шатра. И когда кто-то из народа согрешит, в качестве жертвы нужно будет приносить козу или агнца. Если вы принесете жертву, вы получите прощение грехов. Понимаете, о чем я говорю? Понимаете? Я хочу вас спросить. Если бы израильский народ мог исполнить закон, тогда есть смысл приносить жертву? Конечно, нет. Бог сказал исполнять заповеди. Бог сказал, если вы исполните, получите благословение. Но почему же Бог дал не только заповеди, но также показал Храм Небесный, чтобы Моисей сделал скинию? Бог сказал, «Всякий, кто нарушит закон, если принесет жертву козу или агнца, его грехи будут прощены. Понимаете это? Понимаете это? Давайте я задам вам вопрос. Вот, израильский народ сказал, что они исполняют все заповеди Господни. А Бог он знал, что они исполнят, или он знал, что они не исполнят? Хотя израильский народ говорил о том, что они исполнят все заповеди Господни. Если но мы видим, что Господь Бог говорит, если вы согрешите, вам нужно будет принести жертву вот так и вот так. Это что значит? Это значит, что Бог знал, что народ нарушит закон. Поэтому, когда Бог давал 10 заповедей на двух скрешали конечно, Он говорил, что если израильский народ исполнит их, получит благословение. Но в то же время Бог знал, что народ обязательно нарушит эти заповеди. Он знал, что ни один человек не сможет исполнить заповеди Господней. Откройте, пожалуйста, Кремлина, 3 глава. Потому что делами закона не оправдается пред ним никакая плоть, ибо законом познается грех. Почему Бог дал нам закон? Не для того, чтобы исполнять закон, мы получили благословение. Если мы исполним закон, мы получим благословение. Если же мы нарушим, мы получим проклятие. Почему же Бог дал нам закон? Для того, чтобы мы обнаружили, что мы греховные люди. Затем, чтобы мы по благодати получили Его милость. Аминь? Скажите, вы согласны со мной? Если мы нарушим хотя бы один закон, это будет равноценно тому, что мы нарушили все заповеди. И говорится о субботе. Четвертый закон говорит о субботе. Почти субботу. Шесть дней занимайся своим делом. А седьмой день – это день субботний. Ничем ты не должен заниматься. И раб, и рабыня в твоем доме. И гость, который находится в твоем доме. Ничем не должны заниматься. Как вы думаете, о чем же говорит нам суббота? Это значит, что надо исполнять субботу для того, чтобы получить благословение? Нет. Среди людей даже нет тех, которые бы хорошо исполняли бы субботу. Все нарушили 10 заповедей. Когда что же символизирует суббота? 10, 1, Послание к евреям, 10 глава, 1 стих. 말하냐면, Что же там написано? Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Что это значит? Пожалуйста, повторите. Закон имеет тень будущих благ, а не самый образ вещей. Здесь написано, что закон ⁇ это тень будущих благ, а не самый образ. Или это вас, наоборот, ведет к путанице? Многие люди думают, что если ты исполняешь закон, получишь благословение. Если нарушишь, получишь проклятие. Но не так все просто. Посмотрите, я объясню вас на примере субботы. Суббота символизирует будущее благо. Они самый образ вещей. Как эта суббота является тенью будущих благ, вы спросите. В субботу нельзя брать никакого груза на себя. И говорится, что нельзя работать. Когда? В день субботний. Людей новый день начинается, когда солнце садится. И до следующего дня, когда солнце снова сядет. Представляете, когда пятницу солнце садится, начинается суббота. До какого момента? Пока солнце не сядет в субботу. Понимаете это? Но в субботу нельзя брать на себя никакого груза. Не раб, не раб Не рабыня Даже гости, которые прибывают, не должны работать Представьте, раб несет большой груз на себе В Пятницу вечером он видит, как солнце садится О, солнце садится Оно уже село Когда село солнце, начинается суббота Тогда весь груз нужно сбросить с себя. Ой, так было тяжело. А сейчас так удобно. Как радостно. Вот что значит суббота. Что это символизирует? Суббота это одна из заповедей Господних, но

Я еще раз скажу, нам нельзя смотреть только на одну часть Библии. Потому что в одном месте в Библии написано, что нет правильно, нет ни одного. В другом месте написано, что есть праведный. Поэтому мы можем запутаться. Поэтому, когда мы прочитаем полностью Библию, мы увидим, что мы были грешниками. Но когда кровь Иисуса Христа получаем прощение грехов, мы начинаем понимать, что мы и становимся праведными. Да, сначала не было ни одного праведного. Мы все грешники. Но если кровь Иисуса Христа, мы получаем прощение грехов, мы освобождаемся от греха и становимся праведными. Тогда что же символизирует суббота? Шесть дней ты тружишься. А на седьмой ты отпускаешь весь свой груз и можешь отдыхать. Что же это символизирует? Оно символизирует Иисуса Христа. Суббота символизирует Иисуса Христа. Что сказал Евангелие от Матфея, 11 главе, 28 стихе?

가다가... Да, вы идете с большим тяжелым грузом. Но, и когда суббота наступает, и... можно снять весь свой груз, и ты можешь радоваться. Что успокаивает нас? Суббота успокаивает нас. И эта суббота является тенью Иисуса Христа. Когда придет Иисус, когда мы встретимся с Иисусом, Он позволит снять с вас все бремя. Мы сможем снять с себя бремя. И мы сможем... Получить покой. Мы сможем действительно наслаждаться субботой. Для того, чтобы объяснить нам это, Бог создал закон о субботе. Почему люди пытаются исполнять субботу? Потому что они не знают истинного значения слова. Для того, чтобы знать эти вещи. Давайте мы посмотрим Колоссяна. Послание Колоссянам, 2 глава, 16 стих. Давайте вместе все прочитаем 2 главу, 16 стих. 3-4. Итак, никто да не осуждает вас за пищу, или за питье, или за какой-нибудь праздник, или Новомесячи, или субботу. 그러니까, 안식이나, 월사이, 마, 이랬다, Здесь 막, говорится, да 하나. не осуждает вас никто за субботу. 왜? Почему? 17 стих. 17 стих. Это есть тень будущего, а тело во Христе. 내가 비 답에 나가면 내 그림자가 생기는. 거 о г д а я стаю перед светом, у меня бросается тень. 그 그림자는 내 몸의 그림자는. т е н это ь моего тела.

진짜 평안하게 자유롭게 산다. Мы снимаем с себя груз греха и приобретаем истинную свободу. Вот что символизирует суббота. Для того, чтобы объяснить нам это, Бог создал субботу. Что сказал Иисус? Придите ко мне все труждающиеся и обремененные. И я успокою вас. Сегодня многие люди Бог сказал, что закон дан для того, чтобы мы обнаружили свой грех. Бог не дал нам закон для того, чтобы мы получили благословение. Потому что если бы среди нас был бы кто может совершенным образом исполнить закон, тогда да, он может попасть в рай. Однако нет человека, который совершенным образом исполнил бы все законы. Все, что есть в законе.

Также для того, чтобы объяснить, что если Иисус умрет за нас, тогда все наши грехи будут прощены, Бог создал закон. Вам стало понятно? Понимаете? Да. А вы понимаете меня, да? Для того, чтобы объяснить нам это, но мы до сих пор старались исполнить заповеди. Если вы нарушаете хотя бы один закон, вы становитесь грешником. Даже если вы добрый, но если вы нарушили закон, значит вы грешник. То, что приносили жертву, то, что нужно было исполнять закон, все это. Или как в субботу мы получаем свободу, снимаем с себя все бремя. Все это было создано для того, чтобы объяснить нам, что Иисусом Христом мы получаем спасение. Через Его смерть мы получаем свободу. Но законник спросил у Иисуса. Учитель добрый, что нам нужно сделать, чтобы получить жизнь вечную? Тогда что сказал ему Иисус? В законе что написано? Как читаешь? Что значит как читаешь? Это значит, что закон можно понимать и так, и по-другому. Если вы внимательно прочитаете слово, вы сможете обнаружить. Иисус спрашивает, в законе что написано, как читаешь? Если исполняешь хорошо закон, получишь благословение. Но не было ни одного человека, который совершенным образом исполнил бы закон и получил благословение. Аминь. Закон является тенью одного. Иисус пришел и сказал, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, я спокою вас. Когда мы становимся перед Иисусом, кровью Иисуса Христа пролитой на кресте мы получаем прощение грехов, Освободившись от греха, мы получим свободу. Вот что символизирует суббота. Аминь, скажите. Однако из-за того, что мы не знаем хорошо Библию, часто мы смотрим только на одну часть Библии и склоняемся в ту сторону. Но если мы читаем Библию, конечно, нужно обращать на некоторые моменты. Но нужно полностью прочитать Библию, чтобы у вас сложилось общее представление о Библии, тогда вы сможете изучать Библию поистине. Бог дал нам законы для того, чтобы мы исполняли его. 로마 3장에서 바사니 크림은은 в т р е т ь е 어렵다지마 다 율법 아무리 지켜도 우리는 그렇게 못 산다. 어렵다. 법이서 젤라 미자코네, правда перед ним никакая плоть. другими словами мы не сможем исполнить закон и получить благословение бога. 내가 죄인이구나. 난 죄가 많이 지 죄인이야. Господь Бог с законом хотел, чтобы мы познали, что мы являемся грешниками. А делами закона никто не может получить оправдание перед Богом. Поскольку мы не смогли исполнить закон. Поэтому, отрынув закон Господь, Бог дал нам Новый Завет. Знаете слово, которое написано в Кремлянам 8 главе? Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе. Это, 예су, а 생명е, 성миня, потому что закон Духа Жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти. В 1472 году до нашей эры, когда израильский народ вышел из Египта, Агоре Синай Моисей получил заповеди, и так начинается эпоха законов. Если мы исполним все, получим благословение. Но ни один человек не смог совершенным образом исполнить закон. Поэтому исполняя закон, невозможно получить оправдание. Мы нарушили закон.

Исполняя закон, мы получаем благословение. Поскольку я нарушил закон, как бы я ни старался, я не смогу получить благословение. Я должен получить наказание. Я должен получить проклятие. Я должен погибнуть. Но пришел Иисус и получил вместо нас все наше проклятие. Он освободил меня от греха и дал мне свободу. Вот что мы должны понять. Когда мы читаем Евангелие от Луки 10 главу, законник спросил у Иисуса, у что мне нужно сделать, чтобы наследовать жизнь вечную. А, да, Иисус сказал, моракил, в законе что написано, как читаешь. И лык, и лык, и лык. Можно понимать закон с двух сторон. Первая сторона. Надо исполнять закон, чтобы получить благословение. А вторая сторона. Нет ни одного человека, который получил бы благословение, исполняет закон. Но что мы должны понять? Закон учит тому, что не нашими силами, но силой Иисуса Христа мы получаем оправдание. Наверное, я очень сложные вещи говорю. Но сегодня появилось очень много деноминаций викториане методисты, есть много разных деноминаций. Есть адвентисты седьмого дня, которые исполняют субботу. Но, к моему сожалению, не субботу мы должны исполнять. Суббота была дана для того, чтобы мы познали Иисуса. Как субботу мы освобождаемся от всех грузов и получаем свободу. Иисус является хозяином субботы. Когда мы приходим к Нему, мы освобождаемся от греха и приобретаем истинную субботу. Вот чему хотел Бог нас научить. Если просто пытаются исполнять субботу, ничего не делать, это значит, они не понимают истинное значение субботы. Иван Луки 10 главе. Посмотрите, что говорит Иисус. Самарянин некто шел и встретил человека, попавшегося разбойника, которого побили, раздели, оставили едва живым. Священник шел той дорогой и увидел его, прошел мимо. Также левит прошел мимо. Самарянин же некто Проезжая, нашел на него и жалился. И подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино. Посадил на своего осла, привел его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария для содержателя гостиницы и сказал, «Позаботься о нем, и если издержишь, что более, я когда возвращусь, отдам тебе». Давайте я спрошу вас. Скажите, человек, попавшийся разбойником, он старался, чтобы выжить? Нет. Что бы мы ни делали, мы не можем получить сами прощение грехов. Мы получаем благословение, не исполняя закон. Что здесь важно? Иисус спрашивает, кто ближний, попавшийся на разбойника? Конечно, добрый самарянин. Кого символизирует добрый Саварянин? Нас мы должны так стараться? Законник говорит тот, который я вел милость. Иисус сказал, и ты поступай так же. Это то же самое, что значит исполнять закон. Но скажите, разве мы сможем так делать? Если мы смотрим на разбойников, вот лежит человек, попавшийся разбойника. Это значит, что разбойники находятся недалеко. И я могу встретиться с разбойником. Поэтому священник и левит убежали. Но добрый самарянин, мы должны стать как он. Нет. Добрый самарянин символизирует Иисуса Христа. Когда вы являетесь попавшимся разбойником, как вы можете помочь другим? Попавшийся разбойником ⁇ это тот, которого вас спасают. А самарянин ⁇ это тот, который спас его. Скажите, вы спаситель или вы спасаемый? Многие люди, читая Библию, ошибаются. Они хотят быть как добрый самарянин, помогать ближним своим. Но только Иисус, который любит ближнего, как самого себя, может быть самарянином. О, попался разбойником. Надо поскорее уходить, потому что я тоже могу стать человеком, который попался разбойником. Когда сядет солнце, я нахожусь в горах, могут прийти волки если волки начнут есть этого человека, что он может сделать им? Попавшийся разбойником, он не может сам спасти себя. Также и мы не можем спасти себя. Как бы мы ни делали добрые дела, нашим трудом, нашими усилиями мы не можем спасти себя. Нам! нам нужен Спаситель. Мы не являемся добрым самарянином. Добрый самарянин символизирует Иисуса Христа. А человек, попавшийся разбойником, вот кто символизирует нас. Понимаете ли это? Многие люди стали высокомерными, <говорит> хотя они нарушили закон, они думали, что они смогут получить благословение, если исполнят закон. Однако, если вы нарушили хотя бы один закон, вы не сможете получить благословение. Другими словами, вы не сможете, потому что уже нарушили закон. Даже если вы сейчас исполняете закон, тот, который нарушил закон, его ждет только смерть. Поэтому нам нужен Иисус Христос, который может спасти нас. Что здесь важно? Через эту историю Иисус показывает, как мы можем получить спасение. Попавшийся разбойника шел из Иерусалима в Ерехон, попался разбойника, его раздели, разбойники избили его, бросили едва живым. Может ли он стараться, чтобы спасти себя? Нет, когда наступит вечер, придут волки, и они съедят этого человека. Попавшийся разбойником не может спасти Кто себя. себя. Кто-то должен спасти его. Иначе он будет отдан на сидение ну, диким животным, животным. Или он просто умрет. У него нет способа спасти себя. Но как такие мы можем быть добрыми самарянями? Мы, которые, не можем, себя, которые мы не можем спасти себя, которые умираем. Как можем спасти других? Дьявол искусил нас, и мы строим себе такое воображение. Стараются стать добрыми самарянами. Но доброго самарянина символизирует Иисуса. Мы не спасители, мы те, которых спасают. Наш спаситель — это Иисус. Мы те, которые попались в разбойника. Мы не являемся добрыми самарянами. Понимаете ли вы это? Мы должны получить спасение. Мы не должны спасать кого-то. Только Иисус Христос может спасти нас. Нашими усилиями, нашими делами мы не можем спасти себя. Мы грязные грешники. Мы совершили зло. Каким способом мы можем спасти себя? Только Иисус может спасти нас. Законом мы узнаем, что мы грешники. Поскольку нашими усилиями невозможно, посредством Иисуса Христа мы получаем прощение грехов. Вот что это символизирует. Именно поэтому. Хотя сегодня многие люди верят в Иисуса, они стараются получить благословение, исполняя закон. Поэтому, как бы они ни старались, никто из них не может сказать, что они оправданы. Они продолжают грешить и говорят, что они грешники. Я снова согрешил. Я обманывал. Я воровал. Я совершил зло. Я кого-то обманул. Нарушил субботу. Я нарушил закон Божий. Все мы являемся попавшимися разбойниками. А сейчас мы поговорим о самых важных моментах. Здесь есть попавшийся разбойником, который шел из Иерусалима в Ерихон. Но есть также самарянин некто. Человек, попавшийся разбойником, символизирует нас. А самарянин символизирует Иисуса Христа. Самая серьезная проблема нашей духовной жизни заключается в том, что из-за того, что мы не знаем Библию, мы начинаем яснять Библию, как нам кажется. 알고, Поэтому люди стараются стать добрым самарянином, который может спасти других. На самом деле это так смешно. Так смешно. Мы не спасители. 구원자. Мы спасаемые. Мы те, которые не могут спасти себя. Мы должны получить спасение. Кто-то должен спасти нас. Мы, попавшиеся разбойникам. Понимаете ли вы это? Мы не являемся самарянами. Как тот, который не может спасти сам себя, может спасти других. Мы, которые мучаемся из-за своего греха, как мы можем спасти других людей от их грехов? Самарянец спассирует спасителя. А попавшийся разбойникам, это тот, которого спасают. Мы те, которых спасают, а не те, которые спасают. Кроме Иисуса Христа, никто не может спасти нас. Мы тех, которых спасают. Мы должны получить спасение. Мы должны помнить, что мы не можем спасти других. Как многие люди стараются стать добрыми самарянами, стараются быть добрыми, полезными. Но это смешные слова. Очень смешные слова. Мы, которые не можем очистить свой грех, как мы можем спасти других? Но что здесь интересно, человек, попавшийся разбойника, когда он умирал, самарянин пришел к нему и спасает его. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и увидел его. 맞죠? Правильно. Он увидел попавшегося разбойника. 만나보고, Когда он увидел, первое, он жалился. 알겠습니까? Понимаете это? 번째로... Второе, что он сделал? Он подошел к нему. 자, Смотрите. Я спрошу вас. Кто подошел? Подошел попавшийся разбойником или подошел самарянин к этому человеку? 예? Кто? Подошел самарянин. Самарянин символизирует Иисуса Христа. Он спас нас, которые умирали из-за греха. А мы те, которых спасают. Мы являемся человеком, попавшимся разбойника. Что здесь интересно? Из двух этих людей, кто работал? 얘기하는데... Вот что важно. Если вы считаете, что человек, который попался разбойником, работал, покажите вот так. Если вы верите, что человек, который попался разбойником, трудился, покажите вот так. А если трудился самарянин, покажите вот так. Давайте посмотрим. Сначала отпустите руки. Некий самарянин шел той дорогой. Он жалился, верно? Первое, он жалился. Скажите, жалился самарянин или жалился человек, попавшийся разбойником? Да. Самарянин жалился, верно? Да, вы его так показали. Попавшийся разбойником ничего не смог сделать. Здесь написано, подошел, жалился сначала, потом подошел, потом он начал возливать масло и вино. Скажите, кто возливал масло и вино? Самарянин. Верно?

병원에서 어떤 상처한때그 소독하기 위해서 알코올로 가지고 소독을 하죠. 그 알코라고 포도주 있는 알코하고 아주 성격이 똑같습니다. 아주 그 도수가 높은 포도주는 알코올 성분에서 세균을 죽이기 때문에. Алкоголь, 옛날에는 요즘 의약 제품이 많지만 옛날 약이 기할 때는 여행하다 가 상처가 나면. Сейчас есть очень многие хорошие медикаменты, а раньше люди возливали вино для того, чтобы обработать рану. 이제 이제 입었거나, 때는, Потом, когда, например, вы получаете ожог или рану, 찢어졌으니까, 맞춰서, для того чтобы бактерии не попали через рану внутрь тела, раньше мазали вазелин, чтобы бактерии не впали на рану.

Вино возливать, чтобы уничтожить бактерии, которые уже попали. А масло это вместо вазелина, чтобы другие бактерии не попали в рану. Здесь написано, возливая масло и вино, обработал рану. Правильно. Кто перевязал ему рану? Да, самарянин. самарянин. Совершенно верно. 그다음에, Потом написано «посадив на своего осла». Кто посадил? 예, совершенно верно. Самарянин посадил. Привез в гостиницу. 누가요? Кто привез? Самарянин. самарянин. Позаботился. Кто позаботился? Самарянин. самарянин. И Потом дал два динария. И попросил, чтобы господин позаботился. Кто просил? Смотрите, первое. Человек попался разбойником. И самарянин, он жалился. Второй он подошел, возливал масло, возливал вино и перевязал ему раны. Неизвестно, может, одежду свою разорвал, чтобы перевязать раны. Но потом посадил на своего осла, привез в гостиницу, позаботился, на другой день дал два динария и сказал, когда я возвращусь, я отдам тебе. Смотрите, в этой истории человек, попавшийся разбойником, получил милость от самарянина. Десять дел было совершено. Пожалуйста, ответьте правильно. Сколько сделал человек, попавшийся разбойником? Сколько? Ничего, верно? Вот это есть и ответ. История о попавшемся разбойникам рассказывает о нашем спасении. Чтобы получить спасение, нам ничего не нужно сделать. Чтобы очистить наш грех, чтобы быть распятым на кресте, все это мы не должны к этому прикасаться. Иисус должен совершить спасение наше, умирая на кресте. Он все совершил. Попавшийся разбойником ничего не сделал. Есть спаситель и есть спасаемый. Чтобы получить спасение, нам ничего не нужно делать. Иисус Христос должен сделать все, чтобы спасти нас. И умирая на кресте, Иисус все совершил за нас. Нам нужно всего лишь поверить, что Иисус умер на кресте. Нам не нужно стараться, чтобы освободиться от греха. Поскольку Иисус Христос на кресте получил все наказание за нас, на кресте уже все упрощено. Я ничего не должен делать. Нужно просто поверить в это. Вот о чем говорит нам это слово. Сегодня многие люди стараются делать хорошо. Усерд находят на утреннее собрание, приносят десятину и, будучи верными, этим они хотят спасти себя. Но такой человек не сможет получить Царство Небесное. Нашими усилиями мы не сможем попасть в рай потому что мы греховные. Если мы могли сами получить спасение, Иисусу не нужно было умирать на кресте. Кровью, пролитой на кресте, мы получаем прощение грехов. Смерть Иисуса Христа была смертью вместо нас. Самарянин сделал все, чтобы спасти человека, который попался разбойника. Мы те, которых спасают, а не те, которые спасают. Аминь. Мы не мы являемся спасителями. Мы Нам нужно находиться неподвижно. Иисус должен спасти нас. Исифилия, человек, попавшийся за разбойником, ничего не Самар сделал. Он просто умирал. Самария, ничего, собой, Все, Все сделал самарянин, а человек, попавшийся за разбойником, ничего не сделал. Самаряне путешествовал и встретил человека, который попался разбойником. Подошел, жалился, воздевал масло, воздевал вино, перевязал ему раны, посадил на своего осла, привез в гостиницу и позаботился о нем. На другой день дал два динария. Попросил позаботиться, а если что-то издержишь, он сказал, я возвращусь и отдам тебе. Человек, попавшийся разбойником, он получил все по благодати самарянина. Среди десяти дел, которых сделал самарянин, что сделал этот человек, который попался разбойником? Он ничего не сделал. Все сделал самарянин. Вот в чем секрет. Для нашего спасения нам ничего не нужно делать. Если мы будем прилагать наши усилия, все провалится. Иисус может сделать совершенным образом. Он совершенным образом очистил наш грех на Христе. Он все сделал. Он сделал, чтобы мы были белее снега. И нам нужно всего лишь поверить в это. Аминь. Аминь, скажите. Нам нужно верить. Только верить. Кроме этого ничего нельзя делать. Если мы будем стараться спасти себя, мы не сможем спастись. Спаситель должен делать спасение. А те, которые спасают, ничего не должны делать. Поэтому Ефесянам 2 главе 8 стихе написано. Ибо благодатью вы какой благодати? Человек, попавшийся разбойником, все получил по благодати. По благодати жалился, подошел по благодати, возливал масло по благодати, то, что перевязал раны по благодати, то, что посадил на осла, тоже по благодати было, то, что привез в гостиницу, тоже было по благодати, то, что позаботился о нем, тоже было по благодати, то, что он выдал два динария, было по благодати. Все, что Он сказал и сделал, было по благодати. Если вы будете делать, у вас обязательно ничего не получится. Ничего не нужно вам делать. Иисус только может сделать совершенным образом. Вы не можете совершенным образом очистить ваш грех. Иисус должен делать, чтобы совершенным образом очистить ваш грех. Не вы должны делать. Вы должны получить спасение. Спасение, которое Иисус совершил. Иисус, вы должны в вашем сердце поверить, что Иисус Христос, умирая на кресте, спас вас. Аминь. Сегодня дьявол искусил нас. И мы думаем, что нам надо что-то делать, чтобы спасти себя. Но послание Ефесяна 2 глава 8 стих говорит нам, ибо благодатью вы. Что значит благодать? Другим словами, даром. Мы не платили, чтобы получить благодать. Даром дается нам мы поверили, что Бог даром спас нас. Мы поверили и получили поблагодать и спасение. Что вам нужно делать? Вам ничего не нужно сделать для того, чтобы получить прощение грехов. Нужно поверить, что Иисус Христос очистил все ваши грехи, что Он омыл ваши грехи бел ей снега. Он совершенным образом очистил ваш грех. Вы чистые. Он сделал вас святыми. Он сделал вас святыми. Вот во что вам нужно верить. Из-за того, что вы не можете в это поверить. Вы говорите, ой Господи, я грешник. Да, мы согрешили, мы грешники. Однако Иисус на кресте очистил весь этот грех. Он оправдал нас. И вера в это является духовной жизнью. Человек, попавшийся разбойником, ничего не сделал. Добрый самарянин спас нас. Когда мы получаем прощение грехов, если мы что-то делаем это не будет спасением спасение должен совершить спаситель а с которого спасать ничего не должен делать господь возлюбил нас поэтому умер на кресте и весь наш грех омыл совершенным образом и спас нас от греха нам нужно верою принять то, что Иисус совершил. Аминь. Аминь. Если мы делаем, это не будет спасением. Господь совершает, поэтому оно становится совершенным спасением. Многие люди говорят: надо молиться, надо покаяться, чтобы получить спасение. Но то, что спасает нас, это то, всего лишь кровь Иисуса Христа. В законе хотел спасти себя, сделав что-то. Иисус сказал ему, кто ближний попавшимся разбойником? Тот, который явил милость. Тогда Иисус сказал, иди и ты поступай так же. Он сказал, делай. Почему? Потому что если он попробует, он поймет, что у него не получится. Тогда мы поверим, что сделал Иисус. Многие люди думают, что у них получится. Но если бы у нас получилось, зачем Иисусу нужно было умирать? Он не зря умер на кресте. Иисус, умирая на кресте, Он очистил весь наш грех. Ефесянам второй главе говорится, по благодати, о благодати через веру, вы спасены. И сие не от вас. Божий дар. Не отдел, чтобы никто не хвалился. Совершенно верно. Спасение происходит не от нас. Иисус совершил совершенное спасение. И мы веруем в это, что на кресте мои грехи Амыты, что я чист, что я свят. Хотя я много согрешил, но Иисус Христос получил все наказание, поэтому я стал чистым, поэтому Бог сказал, что я правда. Я верю в это, вот что является спасением, когда я не знал этого, я старался, чтобы получить спасение, но у меня ничего не получилось. В 1962 году, моей духовной жизнью был провал, но когда я читал Библию, Бог показал, что не я омываю свой грех, а я увидел, что Иисус уже очистил мой грех, и я по благодати получаю спасение. Иисус является спасителем, а мы тех, которых спасают. Аминь. Кровью Иисуса Христа мы стали обмытыми. Вот во что мы должны веровать. За наш грех. Иисус получил все наказание. Мы более не грешники. Весь наш грех Иисус совершенным образом очистил. Поэтому мы святы. Поэтому мы чисты. Вот как мы должны веровать. И это есть истинная вера. На этой неделе я буду дальше говорить об этом. В мае мы также проводили семинар. Многие люди получили прошение грехов. Я был счастлив. Может, среди вас есть те, которые 10-20 лет верили в Иисус, но не получилось. Но это потому, что вы сами пытались что-то сделать. Мы те, которых спасают. Мы ничего не должны делать. Иисус — Спаситель. Иисус должен делать. А Иисус, умирая на кресте, Он получил наказание за наш грех и спас нас. Вот во что мы должны веровать. Если вы пытаетесь спасти себя, вы будете страдать, у вас ничего не получится. Но если вы веруете в то, что Иисус совершенным образом совершил ваше спасение, написано, все согрешили и лишены славы Божьей. Получая оправдание дара, поблагодать Его, искуплением во Христе Иисусе. Вы получили оправдание. Каждому из вас, кровь Иисуса Христа, Он говорит, «Я омыл тебя, ты праведен». Вы веруете в это. Аминь. Это есть истинная вера. Не старайтесь что-то делать сами. Мы ничего не сможем сделать. Иисус должен совершить спасение. Я также получил спасение. Я увидел, что Иисус помогает во всех моих путях. Он будет действовать и благословлять вас. Я желаю, чтобы вы верили в Иисуса. То, что мы должны были сделать, закончилось. Иисус все совершил. Давайте помолимся. Святой Отец, мы благодарим Тебя. Мы должны были получить проклятие и погибнуть. Но пришел Иисус и взял на себя весь наш грех. И наказание наше завершилось на кресте. Ты спас нас. Мы благодарим Тебя. Мы верим в Господа. Молились во имя Иисуса Христа. Аминь. Спасибо.